Типичная семейная ситуация. Муж приходит с работы чуть-чуть раньше обычного. Ага! Пришел чуть-чуть раньше обычного. И застукал вас, да, шампанское, бокалы. Ах ты, падшая женщина. При таком-то муже. Лёва, да что ты такое говоришь? Никого тут нет. Да это не я говорю, это бабки у подъезда говорят. Говорят, хорошо, что Лёва Зайцев в нашем подъезде живет. Ни одной сосульки на козырьке нету, потому что Лёва все свои рогами сшибает их. Да, а что ты хотел? Что ты мне после свадьбы обещал? На руках меня носить? Я тебя носил на руках. Помнишь, в ЗАГСе на руки взял? И все, грыжа. И что, характерно, главное, один раз на руки поднял, а грыжи две. Межпозвоночная и мать твоя. Ох, я его найду сейчас, я его найду. Я его сейчас отыщу. Ты учти, Лев Зайцев обиды не прощает. Меня один раз в трамвае под зад пинанули. Так я взял всю свою мужскую гордость, вот так, всю свою мужскую силу, свое начало в кулак вот так вот взял, и все. И на трамваях больше не езжу. Поняла? Ох, я его найду. Ну, понятно же, что... Ну-ка, сядь, сядь, женщина, сейчас тут будет море крови. Сядь. Готов получить тумаков, человек? Ну, давай, сейчас Лев Зайцев тебе устроит. А! Я его найду сейчас. Корвалол, сейчас корвалола для зрения выпью и найду его. Ох, я ему не поздоровится, найду где-нибудь. Ты, да ты не выходи, не выходи, заходи обратно. Ты что, хочешь, чтобы он тебе голову проломил? Ты слышал про трамвай? Он вообще после корвалола неадекватный. Сиди там, подожди. Ох, я его найду, айда! Давай, показывай, айда. Айда! Мы сейчас этого урода замочим еще, давай, показывай! Готов? Давай! Готов? Давай, давай, показывай! На! Охренеть! Какой шкаф? Какой шкаф у тебя, Лёва, хороший? Под цвет обоев такой, главное, хороший шкаф. Замок только надо вот такой навесной здесь амбарный повесить. Ты, Лёва, ты как найдешь его, ты мне только позвони, я дома, я ему... Я на телефоне, Лёва, ты звони, я только сейчас сим-карту достану, съем ее и все. Лёва, ты звони, Лёва! Ты, Лёва, звони, Лёва! Ох, я его найду. Ох, он у меня получит. Я его найду. Выходи быстрей. А где ботинки-то? Собирай вещи быстрей. Ох, я его найду. На! А я не понял, а где он? О, ёлки-палки. Ботинки там. Ох, я его найду. Я его найду. Давай. Найду его. Не поздоровится ему. Я его так отыщу, отделаю. Я сейчас милицию вызову. Да, Лёва, это я. Он ушел, выходи. Ах, ушел. Повезло вот ему. Повезло, ушел твой хахаль, а то бы Лёва Зайцев такого леща ему дал. Я что хочу сказать, мужики, если у вас нет ни денег, ни мускулов, вы не отчаивайтесь, вы просто... Ёлки-палки... Боритесь за свое счастье, и ваша женщина всегда будет рядом. С праздником, мужики!